раз я буду просто стоять ровно, не шевелиться, только вертеть головой. Надеюсь, что все получится. Ух ты, здесь какой-то домик. Офигеть, кто здесь живет? Оу, как меня подкинуло-то. Подожди, не падай. Так, что мне здесь нужно? Тихо, не упасть бы в эту щель. Какой здоровый выключатель и здесь. Кажется, мне нужно разбить это окно. Тихо. Лампа, ты так не шути со мной. А то я уже один раз упал отсюда. Не хочу и второй. Пусто. Я чую здесь подвох. На потолке ничего нету. Есть только один переключатель. Итак, может, я на переключатель лучше взберусь? Кажется, это плохая идея, потому что я не могу взобраться на переключатель. Ладно, тогда нажмем его. Фантик! Черт! Нет! Я не поймал ни один зонтик! Вот это подстава! Фу, хорошо, что это сон. Сколько зонтов, ты только глянь! Капец! Дождь из зонтов, это, конечно, гениально! Ну, слушай, зато теперь я могу спокойненько спускаться. И уж точно наверняка не разобьюсь. То есть у меня теперь есть настоящий парашют, как у десанта. Ха-ха. Тогда нужно взобраться повыше и попробовать куда-нибудь полететь. Итак, мы взобрались на высокую точку. У меня есть предположение, что я могу долететь вон туда. Хотя кажется, что расстояние слишком далекое. Поэтому я полечу вон туда, где шарики. Ну что ж, понеслась жарень. Кавабунга! Юху, я лечу! Лечу в своем сне. А почему я, кстати, без зонтика не могу летать? В своем сне? Странно. Видимо, надо очень сильно захотеть. Так, шарики, что мы с вами будем делать? Сейчас мы вас будем катать. Катать и закатывать в лунку. Да, там же какая-то лунка. Ого. Ладно, попробуем. Попробуем сейчас. Вот так вот. Ю! Офигенно. Воу! Опс. Сосед, извини. Я просто хотел поиграть в бейсбол. Но кажется, я отбил тебе еще и другую коленку. А что, если я еще одну пульну? Сосед, извини, я просто хочу узнать, что будет, если я еще один в тебя запульну. Ну-ка. Попало в руку, но ничего не произошло. А что будет, если я туда спрыгну? Ты серьезно? Опачки. Аккуратненько. Ой-ой-ой-ой. Воу! Охрененно тупая идея. Это была плохая идея. Сосед, ну ты как? Ты только не плачь. Что-то у тебя лицо какое-то грустное. Ну не печалься ты. Ну хочешь, я тебе перчатки там отполирую, чтобы они у тебя блестели. О, чё, хочешь, чтоб я их полирнул? Ну, ладно, давай зонтиком попробую. О, дружище, кажется, ты слишком замахнулся на меня рукой. Не-не-не, это опасная тема, опасная. Я лучше пойду. А куда я пойду? Вон там я еще не был. Я хочу забраться вон на ту платформу. Вон на то. Крутяк, сосед, кажется, это тоже для тебя. Сейчас попробую это как-то дело активировать. Блин, руками я здесь ничего не сделаю. Мне нужно это как-то отрезать или поджечь. Там же были внизу свечи. Так, я за свечой. Сосед, а может, ты мне подкинешь свечи? Хотя, что-то ты в каком-то вообще плачевном состоянии, что от тебя толку? Где здесь были свечи? Свечи, где же вы? Я помню, что я где-то одну свечку под его пяткой ставил. Интересно, она все еще там? Так, сосед, без шептунов, пожалуйста. Кажется, он сломал свечку. А, нет, вот она. Вот она. Он ее отпнул. Ништячок. Итак, настал момент истины. У меня есть свеча. Я сейчас попробую поджечь это все дело. Оп-оп-оп-оп-оп, смотрим. Она просто выстрелила в руку и ничего не произошло. Ну как так? Что за фигня? Подстава какая-то. Я столько усилий проделал, чтобы порвать этот рост,
А он вот так вот, да? Ладно, оставлю здесь свечку. Вот тут вот ее поставлю. Пускай стоит. Она мне больше не нужна. А я, где я еще не был? Я еще не был вон на той платформе. Нужно туда как-то добраться. Ну что, рискнем? Опачки. И мне нужно лететь вон в ту сторону. Юху! Так, открывай зонтик и высаживаюсь вот на этот граммофон. По идее, так должно быть. Ништяк, я на граммофоне. Первый, я второй. Я высадился на граммофон. Интересно, его можно включить? Оу-е! Его можно включить! Дискотека! Тра-там! Сосед, не печалься, иди к нам на дискотеку. Воу-воу-воу, как меня укатывает, как белка в колесе. Да что ж, о, фух, тихо. Опасная штука, да что ж такое, надо ее выключить. Выключайся. Фух, выключил. Или я другую скорость включил. Еще быстрее, нет, быстрее не надо. Меня сейчас укачает, выключись. Фух. Блин, кажется, она не выключается, она сломалась. Ладно, я полетел. Я ж до тут не долечу. Зато я могу долететь до головы соседа или вот сюда. Блин, нет, я должен. Сосед, сейчас я тебя полечу. Слушай, у тебя такие шрамы на голове были? Или ты их недавно посадил? Или это у тебя седина такая? А, неважно. Ну что? Перед красной лампочкой, а там, где красные лампочки, я это обожаю. Так что я захожу. Что за... Это разве дом? Какой-то очень огромный дом. И очень-очень страшный. Конвейер, который штампует листки с Симингом. Опа, чувак. Я тебя, кажется, знаю. Я тебя где-то видел. Чё ты там делаешь? НЛО ходячая, блин. Жуткое местечко. О, что там? Сосед! Это ты расклеивал Симинги, да? Опачки. Кажется, сосед застукали. Словно он какую-то рекламу ненадлежащую клеил на столб. Ладно. А что у нас вот тут? Опачки. Это же подвал. Там тоже горящие глаза, и там что-то стучит, похоже на молоток. Надо отсюда валить. Что-то здесь слишком страшно. Exit. Какого? Одна дверь хуже другой. Погодите-ка, это же я, в детстве. Блин, крутые игрушки у меня. Так, дружище, ты что делаешь? Капец, я... Серьезно, это я в детстве? Да вы посмотрите только на мой нос. Это же не нос, это морковка. Жесть. Ты куда побежал? Что здесь? Вах! Вот это что-то я очкую, серьезно. Фу, ну ты и визжишь, как девочка. Ладно, пойду с тобой. А то мало ли. С таким тупицей может произойти что угодно. Капец, ты бегаешь как имбецил. А, хотя это же я, получается. Ты что, издеваешься? Я тут со своим младшим собой сижу. А ты мне дом ломаешь. Офигел. Куда побежал? Стопэ! Блин, там я не пролезу, я слишком большой. Так, кажется... Куда ты делся? Маленький сопляк. Оу! Нифига себе. Слушайте, каждый раз, когда... Погодите-ка. Кажется, я снова вырос. Какого? Чё я такой здоровый-то? Так, куда дальше-то? А, вот он ты. Кто ж тебе такую кривую анимацию-то нарисовал? Бегаешь как шизофреник. Фух, чуть не упал. Ёшки-матрёшки, какой я здоровый-то стал. Беги, я маленький. Я тебя спасу.
Я буду тебя защищать от этого теневого монстра. Мне бы только пролезть в этом доме. Да что ж такое-то? Да как же? Вот так вот. Нет, я не могу сюда залезть. Подождите. Итак, дубль 2. С первого дубля я не спас этого маленького тупицу. Оп, сейчас еще разок попробую. Оп. Фух, кажется, я быстрее его прибежал. Ага, вот он ты. Так, стой. Я сейчас тебя защищу сейчас. Нифига себе! Всю хату мне разнес! Я тебя отомщу! Поверь мне! Так, куда дальше, куда дальше? Куда дальше-то бежать? Наверх. Надо наверх. Оп-оп-оп-оп-оп. Я бегу. Главное, чтобы я мелкий быстрее меня не прибежал. Где ты? Вот он. Так, стой здесь. Оу! Ха-ха, теперь я такой же, как и ты. И сейчас ты у меня отхватишь. Ух ты. Кажется, этот огромный теневой великан выкусил у меня. Дом. Выход. И больше ничего. Такое ощущение, как будто я в раю. Что же в этом доме? Эй, здесь кто-нибудь есть? Сосед? Эй, привет, сосед! Как дела? К тебе кто-то стучится. Эй, сосед, что с тобой? Ты чего такой грустный? О нет, это та теневая штука. Она стучится к нему в дверь. Но сосед ее забаррикадировал. Сосед. Ну, сосед, я же здесь, ну посмотри на меня. Как же я теперь без тебя? Блин. Ах ты, теневая злая штука. Сосед, пришло время прощаться. Прощай. Мне будет тебя не хватать. Ну, а вот и дверь. Ну что, вот и подошел к концу. Привет, сосед. Фух, ну и приснится же мне. Хорошо, что это всего лишь был сон. Да, жалко, что сосед не оказался дома. Привет, соседи! Ну вот, ребята, и все. Мы прошли с вами «Привет, сосед». Надеюсь, вам понравилось мое прохождение. Если это так, то не забывайте ставить лайки, писать комментарии и подписываться на канал. Вам спасибо за просмотр, желаю всем удачки, пока и до нового видосика.